Жалобы были, есть и будут. Список аварийных дворов составили, деньги на ремонт выделили. Правда, в администрации говорят, что все сделать быстро и качественно не получится. Кировские дворы начали осматривать перед ежегодным ремонтом. По федеральной программе в этом году обещают привести в порядок 46 дворовых территорий. Однако прогноз администрации пессимистичен. Жалоб в этом году, как и в прошлом, избежать, скорее всего, не получится. Во дворе у дома номер 10 по улице Производственной в этом году положат асфальт, отремонтируют тротуары и расширят парковку. С этого двора специальная комиссия начала осмотр территории, которую отремонтируют по программе формирования комфортной городской среды. Всего их будет 46, в некоторых появятся детские и спортивные площадки. Потрачено будет 79 миллионов рублей. Цифра не маленькая, но смотря как потратить. Сами чиновники говорят, что прошлогодняя ситуация с ремонтами дворов может повториться. Тогда многие подрядчики сроки срывали, а асфальт во дворах клали и в снег, и в лужи. Я 100% вам говорю, ситуации такие будут. И будут и обрезаться двери. И наверняка мы уйдем и укладывать асфальт в снег. 100%. И будут просто гвалт будет жалоб. Вот, администрация куда смотрит, почему делают так, а не эдак. У нас каждый таксист страной управлять умеет. На этой неделе осмотр дворов будет проведен. Потом будут проверять сметы и выбирать подрядчиков. Точной даты окончания ремонта дворов нет. Говорят, до 31 декабря должны успеть.